И очень приятно находиться во время ретрита здесь. I can tell you from myself that I have missed these times. А я хочу от себя сказать, что мне не хватает такие времена. It's so wonderful to have fellowship one with another. Очень прекрасно иметь отношения друг с другом. I missed it when last year. Мне этого не хватает. I've been coming here for a while, so most of you know me already. А я уже был здесь много раз, поэтому многие из вас меня знают. But for those of you who don't, но те, кто меня не знают, I'm trouble. У меня в этом есть проблема. Because I want to see God work so powerfully in your lives. Потому что я так сильно хочу видеть, как Бог сильно действует в ваших жизнях. And I want to see you become mighty men and women of God. Я хочу видеть вас сильными мужами и женами Божьими. And I believe that that's what God wants too. Я верю, что и этого Бог хочет. So, this part of this retreat is about restoration. И название этого ретрита и его суть о восстановлении. It's about coming into the presence of God. И суть его о том, чтобы входить в присутствие Божье. It's about being reminded, perhaps, of what God has for us and what He would like us to be busy with. И также речь идет о том, что Бог имеет для нас и то, чем Он хочет, чтобы мы были заняты. I was given a title for this message. Мне была дана тема для этого послания. And I think I changed it a little bit. И я ее немножко изменил. But what I have here is the importance of entering through the gates of worship in the end times. И моя тема называется так: важность вхождения в врата поклонения в последнее время. We're using Isaiah 62 verse 10 as a central point of this retreat. И мы используем Исаия 62:10 как центральное местописание для всего ретрита. And it begins, go through. И там написано: проходите. Go through the gates. Проходите в ворота. So we need to enter into His presence. Поэтому нам нужно входить в Его присутствие. And we've already started that morning with worship. И поэтому мы уже начали наше утро с прославления. I've always said I know why you all look so fit. I always say I know why you look so fit. Я теперь знаю, почему вы настолько здоровы. You have a wonderful exercise program. У вас просто прекрасная такая программа упражнений. Worshiping the Lord. Вы поклоняетесь в этом That's Господу. That's probably the best exercise program there is in the world. Это, наверное, самая лучшая программа по такому фитнесу в мире. It keeps you fit in your body. Это держит вас в форме. But fit in your spirit too. Но также в форме, это ваш дух, он в форме. You worship God. Вы поклоняетесь Богу. But go through the gates. Но проходите в ворота. I'm going to try and watch my time. Я не буду тратить излишнее мое время. И те, кто меня знает, вы знаете, что я не очень соблюдаю рамки времени. Но когда вы входите в какие-то большие города этого мира, you can encounter famous gates. Вы можете увидеть или встретиться с известными воротами. In Berlin you have the Brandenburg gates. В Берлине есть Бранденбургские ворота. In Jerusalem you have the Jaffa gates. В Иерусалиме Яффские ворота. And in London, и в Лондоне, you have the gates of Downing Street. Есть ворота на Даунинг-стрит. What do they all have in common? Что у них общего? Gates were built either for defense or for ceremonial purposes. Ворота были построены или для обороны, или для каких-то церемониальных вещей. They represent the difference between being outside or inside. И они показывают вот эту разницу для людей: быть внутри или снаружи. Certain parts of a city. Это в пределах города. Some are open. И некоторые ворота, они открыты. And you can walk freely through them. И вы можете проходить через них. But some of them, но некоторые из них, are closed. Закрытые. To all but a few people. Для всех или только для нескольких людей они открыты. Those who have the privilege to go through that gate.
И есть привилегия для некоторых людей, чтобы входить в такие ворота. Those gates in Downing Street are one of those gates which are only open to a few people. И вот эти ворота на Даунинг-стрит, они такие, они имеют привилегию только для некоторых людей, чтобы они проходили через них. And there's a couple of big, strong policemen guarding that gate. И стоит несколько таких сильных полицейских, которые охраняют эти ворота. To make sure only those who are loud can go in. Чтобы убедиться в том, что тем, кому есть разрешение, они могли войти в эти ворота. But the gates to the presence of the Lord. Но ворота в присутствие Божье, are always open. Они всегда открыты. In Psalm 100, verse 4, it tells us. В Псалме 99:4 сказано. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Praise him. Bless his name. Входите во врата его со славословием, во дворы его с хвалою. Славьте его, благословляйте имя его. That's what we can do. Это то, что мы можем делать. Into his gates. Мы можем входить в его ворота with thanksgiving. С благодарением. Are we doing that? Делаем ли мы это? Are we entering his gates with thanksgiving? Входим ли мы его в ворота с благодарением? Every day. Каждый день. As you arise to go into your day. Тогда, когда вы просыпаетесь перед началом вашего дня. We need to enter his courts with praise and to bless his holy name. Мы должны входить в его дворы и благословлять его имя. This was an invitation to the Israelites to enter into the presence of God through the temple gates. Это было приглашение для израильтян, чтобы они входили во дворы храма через эти ворота. It's an invitation. Это приглашение. God's inviting us in. Бог приглашает нас. He's opened the gate for us. Он открыл эти ворота для нас. I would have loved to have a gate here this morning. Я бы хотел бы сегодня утром иметь подобные ворота. That we could visually see it. Которые мы могли бы визуально видеть. Are there a couple of strong guys who would volunteer? Есть пару таких сильных братьев волонтеров, которые готовы выйти сюда. Couple of volunteers, one over несколько, there. Вот один волонтер уже one есть. Okay. Еще. I want you to represent the gateway. Я хочу, чтобы вы представили ворота. And in a little while we're going to use that gateway. И через некоторое время мы будем использовать эти ворота. Because I believe in putting into action what you understand with your word, what we understand with words or what is written. Потому что я верю, что это важно делать на практике то, что мы понимаем на словах или то, что записано. It's not just about knowledge. И речь не идет не только о знании. It's about putting that knowledge into action. Но применение этого знания на практике. And that's what it needs to be in our lives. И это то, как должно быть в нашей жизни. The children of Israel were told to enter those gates with shouts of joy. И израильтянам было сказано входить в эти ворота с восклицанием радости. Now almost every morning. И почти каждое утро. I have to shout joy. Я должен воскликовать в радости. Because my daughter. Потому что моя дочь. Has a dog. У нее есть собака. And the name of the dog is Joy. И имя собаки Joy или радость с английского. So every morning I say Joy. И поэтому каждое утро я говорю радость или Joy. And he comes running. И он прибегает ко мне. Can we run into the presence of God? Можем мы ли бежать в присутствие Божьему? With shouts of joy. И крича о радости. It says, "Come before Him with joyful songs." Сказано, приходите со славословием, с радостными песнями. When we enter into the presence of God, we should enter it with such joy. Когда мы входим в присутствие Божье, мы должны входить с такой радостью. Knowing that Yeshua opened that gate for us. Зная, что Иешуа открыл для нас ворота. So that we could enter into the very presence of God. Что мы можем и поэтому мы можем войти в самое присутствие Божье. Со святое святых. Into the throne room of God. К престолу Божьему. You're awfully quiet. Вы очень часто молчите. The throne room of God. К престолу Божьему. You can go there. Вы можете войти туда. You can rejoice before the Lord. Вы можете радоваться пред Господом.
Shouting for joy просто восклицая в радость was an appropriate expression when greeting a monarch in the ancient world. Восклицание радости было соответствующим приветствием к монарху в те времена. When the king came into the city. Когда царь, к примеру, входил в город. Oh, wonderful, the king is here. Прекрасно, царь здесь. Now, maybe in some of those times they weren't so happy to see the king. Возможно, вот в эти времена они не настолько радостны увидеть царя. He might not have been a good one. Потому что, может быть, он недостаточно хорош. But we have the best king. Но у нас самый лучший царь. King of kings. Царь царей. And we can invite him in. И мы можем входить. All the earth was to sing joyfully about God. Вся земля должна была петь радостно о Боге. Now, unfortunately, not all the earth is singing. Но, к сожалению, не вся земля поет. But we should. Но мы должны. If we know who we are. Если мы знаем, кем мы являемся. If we know we've been accepted into His household. Если мы осознаем, что мы были приняты в Его обитель, we have become His sons and daughters. Мы стали Его сыновьями и дочерьми. We just accepted a young child into the congregation. Мы только приняли маленького ребенка в общину. But in the same way, the Lord has accepted us into His household. Но подобным образом Господь принял нас в свой дом. We are able to step in. Мы можем войти. We should be singing joyfully about God. И мы должны петь радостно о Боге. To God. Богу. The reason for this joyful noise. И причина для этого радостного шума is that God has given us an identity. В том, что Бог дал нам идентичность, понимание, кем мы являемся. That identity is that we are a son. И эта идентичность в том, что мы являемся сыновьями. Or a daughter. Или дочерьми. Of the living God. Живого Бога. Who created the heavens and the earth. Который сотворил небо и землю. Who gave His only Son. Который отдал единородного so своего Сына. So that we could enter in. Чтобы мы могли войти. To His presence. В Его присутствие. And receive His blessing. И принять Его благословение. He wants to bless us, I believe, today. И я верю, что Он хочет благословить нас сегодня. Your identity is not in what you do. И ваша идентичность не в том, что вы делаете. It is to whom you belong. А в том, кому вы принадлежите. I belong to Him. Я принадлежу Ему. That's why I'm here. Вот почему я здесь. Even if it's not easy. Даже когда это не очень легко. Even if it's difficult. Даже когда это трудно. And I appreciate all that you've done to help me be here. И я ценю все то, что вы сделали, чтобы я мог быть здесь. Because it's my longing, it's my heart. Потому что это мое желание и стремление моего сердца. And I am not going to let anything stop me doing what God wants me to do. И я не позволю ничему остановить меня от того, что Бог хочет, чтобы я сделал. No matter what it is. И не важно, что это будет. Because I believe. Потому что я верю. That if God calls you. Если Бог призывает вас. You can go. Вы можете идти. Don't look at the circumstances. Не смотрите на обстоятельства. Don't look at what's happening around you. Не смотрите на то, что происходит вокруг. Don't look at the limitations that the world wants to put upon you. Не смотрите на те ограничения, которые мир пытается возложить на вас. But look to the one who created you. Но смотрите на того, кто сотворил вас. And who says, "You are my son. You are my daughter." И он говорит: вы мои сыновья, вы мои дочери. I love you with an everlasting love. Я люблю вас вечной любовью. A love that goes beyond any human love. Любовь, которая превыше всякой человеческой любви. In Psalm 100, verse 3. В 99-м псалме 3 стих. Know that Adonai, He is God. Познайте, что Господь есть Бог. It is He who has made us. We are His. Что Он сотворил нас, и мы Его. I'll call you back in a minute. Я позову вас обратно. I'm sorry, I made you stand there. Я понимаю. We are His people. Мы Его народ. The sheep of His pasture. И овцы паствы Его.
God brings us into a place where we can receive from Him. Бог приводит нас в то место, где мы можем принимать от Него. The good shepherd leads you into places where you will find good food. Добрый пастор приводит вас туда, где вы можете найти добрую пищу. I believe you will find good food this time, during this time. И я верю, что вы найдете хорошую, добрую пищу в течение этого времени. I believe that each one who shares here. Я верю, что каждый, кто будет проповедовать, делиться, will give you something from God's heart. Даст вам кое-что от Божьего сердца. When He leads you. И когда Он ведет just вас. Just as it says in Psalm 23. Как сказано в 22-м псалме, настолько известном псалме. And yet so often we don't think on what it really means. И мы очень часто не думаем в том, что оно по-настоящему значит. Господь мой пастырь. I shall not want. Я не буду ни в чем нуждаться. He leads me. Он ведет меня. In the green pastures. На злачной пажити. Makes me lie down. While there's still waters. И я отдыхаю при воде. Food and drink вода come и, from the Lord. И пища приходит от Господа. The green pastures and the clear waters. Зеленые, these are what God has for us. Зеленое пастбище и вода — это то, что Бога есть для нас. We can enter the gates. И мы можем входить во врата. With praise с хвалой, благодарением. Because of God's goodness. По причине Божьей благодати. And His steadfast. Enduring love. И его твердой и продолжающейся любви. Which continues to all generations. Которая продолжается открыто ко всем поколениям. In verse 5 of Psalm 100 it says exactly this. И в 95-м псалме сказано следующее. For Adonai is good, his loving kindness endures forever, and his faithfulness to all generations. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Restoring that hope, restoring that vision. Восстанавливая эту надежду, это видение. A vision of God. Видение или понимание Бога. As one who is good. Что Он есть благ. One who is full of loving kindness. Что Он полон любви и доброты. And is faithful. И Он верный. Even if we are not. Даже тогда, когда мы неверны. He remains faithful. Он остается верным. Let us restore our hope. Давайте будем восстанавливать свою надежду, свою веру. Let us restore our joy. Восстановим нашу радость. Let us restore the thanksgiving. И восстановим это благодарение Богу. Even when we forget our identity or wander away from Him. Или так, даже тогда, когда мы забываем про свою идентичность или уходим от Бога, Бог остается верным. И Он до сих пор такой. И Он приглашает нас в свое присутствие. Those gates, те врата, they're open, inviting you to come in and worship. Они приглашают вас войти в них и поклониться Богу. I believe we should proclaim something today. Я верю, что нам нужно провозгласить нечто сегодня. Proclamation, are you ready? Провозглашение, вы готовы? We should be crying out. Мы должны кричать. With these words from Psalm 24. С этими словами из Псалма 23-го. Psalm 24, verses 7 to 10. Псалом 23, 7-10 стих. I'm going to read them once. Я один раз их прочитаю. Okay, because I want to read them the way I feel them. Я их прочитаю так, как я их чувствую, нужно читать. Lift up your heads. Поднимите врата. O gates, and be lifted up, you everlasting doors. Верхи ваши, поднимитесь, двери вечные. That the King of glory may come in. И войдет царь славы. Who is the King of glory? Кто сей царь славы? Adonai. Adonai, strong, Господь. Mighty. Господь крепкий и Adonai сильный. Adonai mighty in battle. Господь сильный в брани. Lift up your heads. Поднимите врата. O gates. And lift them up, you everlasting doors. Поднимитесь, двери вечные. That the King of glory may come in. И войдет царь славы.
Who is the King of Glory? Кто сей царь славы? Adonai Tzevot. Господь сил. He is the King of Glory. Он царь славы. Can we do it together? Можем ли мы сделать это вместе? Yeah, can we do that? Можем ли мы это сделать вместе? Take your Bible. Возьмите свои Библии. And let's read these words together. И давайте прочитаем это местописание вместе. It's a proclamation. Это провозглашение. That the gates would be open for the king. Чтобы врата были открыты для царя. Of this conference. Врата этого ретрита. The gates. Врата. That he would enter in. И чтобы он вошел через них. This house и наполнил это место with his glory своей славой and his power и своей силой and his healing и своим исцелением. Let's stand. Давайте встанем. As he reads these words, когда мы будем читать эти слова, repeat them or read them together. Будем повторять их вместе. Это Псалом 23, 7, 10 стих. I don't quite know how to do this, but. Я не знаю, как это будет. But once you start, just everybody read together, okay? Как только мы начнем, читайте все вместе. Откройте Библию 20. I believe. Потому что я верю. That God wants to burst through. Потому что я верю, что Господь хочет ворваться сюда. He wants to give breakthrough. Он хочет сделать прорыв. If you have something in your life where you need a breakthrough, если у вас есть что-то в вашей жизни, где вам нужен прорыв, now is the moment. Сейчас настал для этого момент. Now is the time. Сейчас настало для этого время. Now. Сейчас. Now. Сейчас. Псалом 23:7-10. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в браме. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. Hallelujah. 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 Just take a seat for a minute. I want to share a few couple of thoughts with you still, but keep this in mind. God is going to break through. Мы ненадолго присядем, я кое-чем с вами поделюсь, но продолжайте находиться в этом состоянии. The restoration. Восстановление. Of an attitude of worship. Это позиция нашего поклонения. I believe it's key to the times which we now live. Я верю, что это ключ к тому времени, в котором мы сейчас живем. Giving unto the Lord the glory due to His name. Отдавая ему всю славу за Его имя. Bringing an offering into His courts. Принося жертвы в Его дворы. The presence of God will go with you wherever you go. И присутствие Божие будет везде там, куда вы пойдете. I want you to remember this in the coming days. Я хочу, чтобы вы помнили об этом в грядущее время. That you are walking with God. Что вы ходите с Богом. Every single day. Каждый день. Every single moment. Каждое отдельное мгновение. Because He has promised. Потому что Он это пообещал, что even будет с вами. Even to the ends of the earth. Даже до конца земли. You carry that presence within. И вы носите это присутствие внутри вас. David wrote in Psalm 139. И Давид написал в 138-м псалме. There is not anywhere you can go that you can escape him. Что нету такого места, где можно спрятаться от Бога. When he said that, when God said, I will be with you, I will not forsake you. И когда Бог сказал, что я буду с тобой, и я не покину тебя. He wasn't making a joke. И он не шутил. He was very serious. Он очень серьезно это сказал. And I think sometimes we forget that. И мне кажется, что иногда мы это забываем. Things press in on us. Нас давят обстоятельства.
But we need to remember. Но нам нужно помнить. God is with you. Бог, Он с вами. But we need also to be with Him. Но нам также нужно быть с Ним. We understand His presence. Чтобы мы понимали Его присутствие. But He has chosen to dwell. Но Он выбрал пребывать или быть. Not so much anymore in that temple of old. Больше не только в этом в храме, в ветхом храме. But in this new temple. Но в новом, новых телах, в новом храме. Said, I will come and be in you. И Он сказал, что я приду и буду с вами. God is always there. И Бог, Он всегда там. God chooses to dwell in our praise and in our worship. И Бог выбрал пребывать или жить в нашей хвале и поклонении. In verse 20, in Psalm 22, verse 4, it says, "You are holy." В Псалме 21, 4 стихе сказано, но ты святый. And you are enthroned on the praise of your people. И ты живешь среди славословий Израиля. If you want to be close to God, to hear Him, если вы хотите быть близко к Богу и слышать Его, чувствовать, быть водимым Им и расти в вашей вере, you need to be where He is. Вам нужно знать, быть там, где Он. And that is where worship comes in. И это откуда появляется поклонение. Give unto the Lord glory for His name. Когда мы отдаем всю славу Его имени. According to your name, O God, it says in Psalm 48, so is your praise to the ends of the earth. Yes, please work. Okay. In Psalm 48, it says, according to your name, O God, so is your praise to the ends of the earth. В Псалме 47 сказано, что как имя Твое, так и хвала Твоя до концов земли. We often experience His presence. Мы очень часто переживаем Его присутствие. But we need to get in further, deeper, to His glorious presence. Но мы должны двигаться дальше, глубже в Его славное присутствие. When Solomon dedicated the temple, когда Соломон посвящал храм, the glory of God fell. Слава Божия, она наполнила. So that the priests could not even worship anymore or do anything anymore. И тогда священники не могли ничего сделать, они не могли поклоняться. And I believe with all my heart that God wants to do this. Из-за этой славы. И я верю от всего сердца, что Бог это хочет сделать. Right here. Прямо здесь. Right now. Сейчас. We give. And there are three steps. Есть три шага. If I remember rightly. Yes, three steps. Да, три шага. Give to the glory, give God, sorry, give to the Lord the glory due to His name. Прославлять Господа из-за Его имени. This is what we need to start with. Это из чего мы должны начинать. We need to learn the names of God. Мы должны изучить и знать имена Божьи. He has so many in Scripture. Он имеет их очень много в Писании. The God who saves, the God who heals. Бог, который спасает, который исцеляет. The God who brings us salvation. Бог, который дает спасение. God who fills us with joy. Который наполняет радостью. What are the names of God? Много прекрасных имен. I had a whole list here, but I don't really have time. У меня есть целый список этих имен, но у меня нет времени говорить о всех них. The word of God is the sure foundation. Слово Божие это твердое основание. For our worship. Для нашего поклонения. It's full of the names of God. И оно полно разных имен Божьих. And as we journey through life, He reveals more of Himself to us. И когда мы ведем жизнь с Богом, тогда Он еще больше открывает Just себя. Just as He did to the children of Israel. То, как Он сделал это народу Израиля. In the beginning, He said, "I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Вначале Он сказал им, что я Бог Авраама, Ицхака и Якова. Then He said, I am the God who brought you out of Egypt. Потом Он назвал себя, что Он Бог, который вывел вас из Египта. He is a God who does great and wonderful things. Он тот Бог, который делает удивительные и прекрасные вещи. He will reveal those names to us. И Он будет открывать нам эти имена. As and when you need them. Тогда, когда вы будете в них There are an opportunity for faith to trust in Him. Есть очень много возможностей для того, чтобы доверять Богу. Your praise should be directed, your praise should be a direct reflection
of the gratitude you feel for who God is to you. Ваша хвала должна быть не прямым отображением вашей позиции, понимания того, кем Бог является для вас. And that brings me to a question for you. И это меня приводит к вопросу. Who is God for you? Кто Бог является для тебя? Is he the great, mighty, powerful God? Является ли он сильным и могущественным Богом? Is he a God who guides you and leads you? Является ли он тем Богом, который ведет вас и направляет? I am so grateful to God. Я очень благодарен Богу. That he gives me every day the strength that I need. Что он дает мне каждый день ту силу, которая мне нужна. To walk with him. Чтобы ходить вместе с ним. The second step is bring an offering. Второй шаг – это приношение жертвы. What is the offering that you should bring? Какую жертву вы должны принести ему? Is that a sheep, a cow? Это является, это овца или пять шекелей? What is the offering that God is looking for? Какую жертву Бог ищет? Romans 12, verse 1. Римлянам 12:1. I urge you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. This is what is acceptable for God. Это то, что Бог принимает. God wants us. Бог хочет нас. To be given totally, completely to him. Чтобы мы были отданы ему полностью. Maybe that thought needs to be refreshed or restored to your mind. Может быть, эту мысль нужно обновить или восстановить в вашем разуме. He still requires an offering. Он все же ожидает от нас определенных жертв. But that offering is yourself. И эта жертва – это мы. Your raised hands. Ваши поднятые руки. Your singing voice. Ваш голос, который поет. Your jumping feet. Вы, когда вы прыгаете. As we saw this morning. То, как мы видели сегодня это утро. Your bended knees. Его, ваши склоненные колени. In prayer. В молитве. Your acts of blessing. Ваши дела благословения. To bless one another. Когда вы благословляете друг друга. Ободряете друг друга. Humility. Смирение. Submission. Подчинение. Is that hard? Неужели является это трудным? Sometimes it may feel hard. Иногда это может быть трудно. Yes, but that is our sacrifice. Да, но в этом наша жертва. David said, "I will never present to the Lord an offering that did not cost me something." Давид однажды сказал, что я никогда не принесу жертву Богу такую, которая мне ничего не стоит. Sometimes it will cost us to worship. It won't always be so easy. И иногда это нам, мы должны за это платить. Не всегда это будет так легко. We need to break off some of the chains that sometimes hinder us. И мы должны разрывать оковы, которые иногда нас сдерживают. Fear. Страх. Insecurity. Чувство небезопасности. The opinion of other people. Мнение других людей. Or maybe it's just we had a bad day. Или, может быть, просто у нас плохой день. God wants us to break through. Бог хочет дать прорыв. Okay. Breakthrough. Прорыв. This is our sacrifice. И в этом наша жертва. What does anything matter except what God thinks of us? Что будет иметь какое-то другое значение, если Бог он ожидает, не ожидает этого? God wants us to come in. Бог хочет войти. That's the third step. Бог хочет, чтобы мы вошли, и это третий шаг. Okay. You need to come in. You need to come through. Вы должны войти, вы должны пройти через эти ворота. Every single day God is calling us. Каждый отдельно взятый день Он призывает нас. Он призывает нас. He has that longing to be with us. У Него есть эта жажда быть с нами. Yeshua said when he celebrated the Last Supper with his disciples. Yeshua сказал на последнем вечере, который он имел со своими учениками. I have desired with a deep desire. У меня внутри есть очень сильное желание, стремление to celebrate this with you. Праздновать это с вами. This is God's heart. Это He сердце desires Бога. Our presence. Он желает He wants us to come in. Дать присутствие, в которое мы войдем.
But the choice is yours. Но выбор за вами. God will never force you. Бог никогда не будет принуждать вас. But he always chooses you. Но он всегда выбирает вас. There is a path which God has created into his presence. Есть путь, который создан в его присутствии. If you desire to walk in this way. Если у вас есть желание идти по этому пути, then things need to be God's way. Тогда все должно быть так, как Бог говорит. No longer your way. Не так, как вы no считаете. No longer my way. Не то, как я считаю. It's the way the Lord has for you. Это так, как этот путь имеет Бог для вас. Give him the glory. Прославьте его. Could I ask my two brothers to come back now? Могу я попросить моих двух братьев вернуться? We're going to create that gateway. Мы создадим сейчас эти ворота. We're going to have a time of entering into the presence of the Lord. И у нас будет время для того, чтобы войти в присутствие Божье. But also a time of prayer. Но также время молитвы. You may need something today. Вы, возможно, будете нуждаться в чем-то сегодня. But he is here. Но он здесь. I know. Я это знаю. He's here. Он здесь. You know what that means? Вы знаете, что это означает? You remember when Moses met God? Помните, когда Бог, когда Моисей встретил Бога? In the wilderness. В пустыне. Yeah. There was this burning bush. И был этот горящий куст. Strange thing over there. О, какая-то странная вещь вон там. That bush is burning, but it's not being consumed. Этот куст горит, но он не сгорает. Moses was going to approach that bush. И Моисей начал приближаться к этому кусту. Then he heard God's voice. И тогда он услышал голос Божий. Take the shoes off your feet. Сними свою обувь с ног твоих. For this is holy ground. Потому что это святая земля. Why was it holy? Почему она святая? Moses looks down. Моисей посмотрел вниз. Sand. Песок. More sand. Больше песка. More sand. Еще больше песка. Everywhere sand. Везде песок. It's all the same. Все, везде он одинаковый. And yet God says, this is holy ground. Но все же Бог говорит, это святая земля. Why was it holy? Почему она была святая? Because he was there. Потому что Бог был там. The fact that God was there. Факт, что Бог был там. The fact that his presence was there. Факт того, что его присутствие было made там. Made that holy ground. И эта земля была святая. Yeshua said. Иешуа сказал. Where two or three are gathered in my name. Когда двое или трое собраны во имя Мое. I am there. Я посреди вас. Their presence. We're more than two or three, okay? Нас больше, чем двое или трое. So he's here. Он здесь. What does that make this? Что это может означать? What does that make this? Again. Holy ground. Что это означает? Что это святая земля. We're going to be on holy ground. Мы находимся на святой земле. We're going to be on holy ground. Мы все находимся на святой земле. His presence will be here. Там, где его присутствие. As provider. Как тот, который обеспечивает. Healer. Который исцеляет. Friend. Тот, кто является другом. Guide. Который ведет и направляет. Comforter. Он утешитель нас. Rock. Он наша твердыня. Strong tower. Крепкая башня. Mighty warrior. Сильный воин. Enter his gates. Входя в эти врата. And enter his courts. И входите в его дворы. Can I have a musician? Можно позвать группу прославления? You know, all good prophets. Все хорошие пророки. They ask for a musician. Они зовут музыкантов. Because they need
this vehicle of praise. Потому что им нужна музыка, чтобы прославлять Бога. Enter his gates with thanksgiving. Входя в его двора со славословием. And his courts with praise. И во дворы его с хвалою. Be thankful to him. Славьте его. And bless his name. И благословляйте имя его. So as you come. И когда вы будете приходить сюда. As you go through the gate. Когда вы будете проходить через ворота. Expect. Ожидайте. To do something. Ожидайте сделать что-то.